Безопасность светодиодных светильников. Насколько пожаробезопасны ваши светильники? Наши светильники пожаробезопасны. При разработке применяются технические решения, позволяющие исключить вероятность возгорания материалов, входящих в состав оборудования. А сами материалы не поддерживают горение в случае возникновения внешнего очага пожара. Чем обеспечивается пожаробезопасность ваших светильников? Нетепловая природа излучения и наличие гальванической развязки обеспечивает пожаробезопасность светильника. Качество комплектующих, а также сборка светильников исключают возможность короткого замыкания и, соответственно, последующего возгорания светильника. Насколько светодиодные светильники чувствительны к перепадам напряжения и к низким температурам? На наших светильниках стоит защита от скачков напряжения, а также большинство светильников работает при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Излучают ли светодиоды ультрафиолет? В светодиодных лампах ультрафиолетовое излучение в видимом спектральном диапазоне отсутствует. Опасны ли светодиодные светильники для здоровья? Светодиодные светильники безопасны для здоровья человека. Они лишены всех основных недостатков, присущих люминесцентным лампам и их аналогам. Светодиодные лампы не содержат в своем составе ртути и прочих тяжелых металлов. При этом они излучают лишь видимый для человеческого глаза свет, то есть ультрафиолет и инфракрасное свечение отсутствуют. В этом можно убедиться летом, так как на светодиодные лампы ночью не слетаются насекомые, которых привлекают именно ультрафиолетовые лучи. Свет этих ламп ровный, отсутствуют пульсации, что создает защиту для глаз человека. Боятся ли светодиодные светильники воды? Это определяется степенью защиты корпуса самого светильника, который нормируется по системе IP, и обозначается IP плюс две цифры. Первая идет по шкале от 0 до 6 и показывает возможность проникновения механическим путем, а вторая идет по шкале от 0 до 8 и показывает возможность попадания воды в корпус светильника. Сильно ли светильники нагреваются при эксплуатации? Рабочая температура самих светодиодов – это 85-100 градусов. Соответственно, при качественном теплоотводе от светильника корпус будет нагреваться по-разному в зависимости от той мощности, от которой он должен отвести тепло, и она будет варьироваться, наверное, примерно от 25 до 80 градусов максимум.